Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мечи и Души Неверсин. Так, начнем, пожалуй, с того, что я, ребята, получил мастера душ именно по защите. Остальное у меня пока в платине. Пробовал прокачать ближний бой тоже на мастера душ, но у меня ничего не получилось. К сожалению, там слишком сложно для меня. Но я думаю, что этого будет достаточно, чтобы мы могли с вами сегодня поиграть серию довольно неплохо. Так, болотный отряд у нас, это первые враги, которые будут нас встречать. И давайте посмотрим, какие-нибудь, наверное, болотные твари будут поджидать нас. Да, я купил себе новый вид оружия, ребята. Вот такой вот меч. Так, я думаю, а я успел вернуться. Так, ну что, расчекрыжили мы этого болотника. Так, давай эту черепаху. Так, нифига у меня урон, ребята. Вы видели? Подлям с лишним. Это круто. Так, что, комарик, родной мой. Давно не виделись, комаришка. Блин, звезданул все-таки по мне. Ладно, давай его попробуем сейчас наказать. У нас, ребята, есть выстрелы. Мы их будем тратить. Последний выстрел, отлично. И последний, кто у нас тут, покажите мне. Но ничего тут, ребята, страшного нету. Обычные бродяги. Обычные бродяги, с которыми мы сейчас будем с вами разбираться. Контратака. И нет, комарик еще выжил. Да хорош ты уже пулять тут по мне всякой ерундой. Так, подожди. Что-то я, ребят, начинаю путаться. У меня, ребята, новый появился скилл. Потом я вам его как-нибудь продемонстрирую. Не на этих ребятах, естественно, потому что тут даже заморачиваться не буду с ними. Давай еще выстрелим. Так, ну, комарика как будто здесь и не было. Ладно, я стою, ребят, я не паникую. Здоровья у меня пока хватает, так что все нормуль. А грибок-то у нас... Под 4 ляма у него здоровье. Контратака. Минус черепаха. И, ребят, давайте с грибом. Дикий гриб это у нас, который даже попасть не может. Упс. Погоди-ка, я не понял, это насколько... А, он себе постоянно отхиливается, ясно. Давай, наверное, мы сделаем по-другому немножко. Во-первых, мне нужно его застанить. Так, подожди, а что стан-то не сработал? Да хорош гриб уже отхиливаться. Давайте, наверное, немножко себе здоровье восстановим, да? Немножко, практически все. Не практически, а все. На-ка, получил гриб. Кстати, я понял, ребята, он каждый ход восстанавливает себе здоровье. Вот оно что, смотри. У него, видите, он на себя вешает отхил. Поэтому он и восстанавливает себе здоровье. Ясно, тогда надо с ним намного быстрее сделать все это дело. Почему я его, вот, оглушил. И... Да какое там добили? Не добили мы его. Все. Гриб, да, выеживался. Так, что нам выпадет в сундуке? Ну, неплохо. Тут клевер у нас две штуки. И самоцветы. Так, ну что, продолжаем. Если у нас первый бой был такой, знаете, долговатый, то я не знаю, что у нас будет за болотный... Ёлки-палки, зачем я пошел? У меня же наемники там есть, которые меня ждут, которые рады присоединиться к моему отряду. Ой, ёлки-палки. Нахлобучил он. Да что ж ты, я не вовремя-то, а? Удачливый, главное, пишет. Какой тут удачливый. Он отражает опять, ребята, наши атаки. Но тут-то тебе не удалось, парнишка, меня взять врасплох. Так, опять свинорыл. Что так много свинорылов-то сегодня здесь, а, нынче, ребят? Не вышло. На-ка, получил. Супер исцеление получили мы с вами. Так. Давай, наверное, вот так вот и фаербол, и отравить его попробуем. Что-то я в последнее время разучился, ребята, уворачиваться, уклоняться и так далее и тому подобное. Давай, стрелы. Ну. Вау. На 474. Нифига ему урон там прилетел. Колоссальный просто-напросто. Ну, давай. Побуяним с тобой, родной мой. Так, и ты туда же. И ты туда же. На. Так, свинорыл. Успокойся, пожалуйста, а. Не до тебя сейчас на самом деле. Это он достал меня, а. Своими вот этими, ребята, массовыми мощными атаками. Так, на лям 112 ему прилетело. И у нас последние, ребят, ханорики, с которыми нужно, естественно, разобраться как можно быстрее. Потом будет еще главный. То, как кто у них тут главный, я не знаю пока еще. Давай, наверное, поставим себе защиту. Не успел отразить. Но минусанули. Так, щит поставили. А почему мы не отражаем же, ребята? Я, наверное, не вовремя нажимаю, да?
скорее всего. Фаербол, маленький у нас урон. 167 всего лишь. Этого недостаточно. Так, на 1 112 000. И, а вот, ребята, и главный свинорыл. Главный по свинорылам. И сейчас мы, ребят, продемонстрируем вам супер атаку, которую я сейчас только что активировал. Но, так, вначале мы стреляем. Фаербол. И вот так вот, ребята, это все выглядит. Неплохая серия достаточно, да? Так, встан. И все, ребята, я думаю, сейчас ему крантарики будут. Последний удар. Иди отсюда. Иди отсюда, чтобы я тебя больше не видел, свинорыл. Главный по свинорылам. Опа-на, там какие-то ребята на плечи. Архиколдух. Плечи, у меня, по-моему, такие же, или, по-моему, даже лучше у меня стоят. Давай проверим. Архиколдух, да, значит? Нет, ребята, эти круче будут. Хо-хоу. Слушай, значит, мы с вами где-то должны будем насобирать этот сет, судя по всему. Так, у нас с вами красное жало, но я хочу сходить вот сюда. Это во-первых. Давайте мы скормим с вами весь клевер, который мы насобирали. Заберем наши деньги, честно заработанные. Нашу, так сказать, долю со всего этого. Дай сюда. Так. Опс, новый уровень. Так, давай, ребята, мы с вами потратим 1 очко. И куда бы его? Наверное, вот сюда, да? Восстановление 23 хода, минус 2 хода, то есть 21 ход. Офигеть, это серия ударов, 21 ход восстанавливается. Но она того стоит, на самом деле. И у нас вот тут вот, сколько? Давай, наверное, все будем вливать в атаку, я думаю. Да, очень долго нам придется здесь пыхтеть, чтобы перейти. И теперь зайдем, ребят, с вами в таверну. И возьмем... Так, давай, наверное, мы знакомый. Кат у нас знакомый. Кто-то говорил, что это девушка. Ребят, какая разница, какие губы и глаза? Не знаю, мне кажется, что это все-таки мужской персонаж, Кат. Риц, да, это девушка. Хотя, опять же, не факт. В то время и мужчины ходили с длинными волосами и подкрашивали себе ресницы, да-да-да. Так, ладно, возьмем, наверное, Кат. Фиг с ним. Только взгляните, кому понадобилась моя помощь в крушении черепов. Я с радостью куда-нибудь выберусь. Хопс, меня уже достал. Для разнообразия я решил сходить в музей, но Ток только глазеет на меня и улыбается. Какой еще Ток? Ток. Слушай, у нас с вами все закуплено. Нет, у нас есть редиска, но я не буду ее пока приобретать. Кстати, а где мой пенек? Почему у меня не было со мной пенька? А, ребята, должен же был быть пенек со мной. Почему его не было? Господи. Так, а здесь мы с вами... Сколько? 46 самоцветов? На оружие ближнего боя страж? Давай мне архиколдуха. Так, лук и, ребята, метательное оружие. Сразу же это будем все одевать. Вот такой вот у нас лук. А вот такой вот у нас, ребята, ноша. А не какие-то там рыбные косточки будем бросать. Погнали. Карта мира. У нас с вами красное жало. Судя по всему, это, наверное, какой-то комар будет здесь гигантский. Может быть, могу... Нет, смотрите, комарито. Так, ну, неплохо. Мой пенек. Все равно мало дамажит, ребята. Все равно мало дамажит. Можно было бы, конечно, его прокачать, купить там на него что-то. Но не хочу я редиску на него тратить. Тут, кстати, очень много будет персонажей у нас. Смотрите, ребята, сколько? 5 волн, как всегда. Ага, контратака пошла. Почти под лямчиком мы ему звезданули. Давайте вот это все потратим. Подожди, я же не тратил, ребята. Зачем он сам активирует? Я не могу понять вот это вот. Я не нажимал сюда. Вру, нажимал, ребят. Это у нас на клавиатуре. Я немножко путаю кнопочки, ладно, это уже не важно. Потратил, потратил. Так, пенек получил новый уровень. Вот у нас здесь обычный, ребят, комарик появился. Надеюсь, обычный. Давайте выстрелим в него. Ну, последний выстрел. И... На, пенек, я думал, ты добьешь. Не добил он. Так, и у нас предпоследняя, ребята, волна здесь. Давайте поставим на себя все-таки щит. Я думаю, он нам пригодится. Так, атакует пенька. Смотри, меня тут хотят даже проатаковать. Ну, Кат, слава богу, держится. Молодец, красава. Ну что, мы просто с этим комариком не можем уже справиться. Отравили. Отравили Кат. Еще раз траванули. Массовая атака от Кат. Вау.
Зашибись получилось. Так, ну что, добиваем с вами этого комара никчемного, несчастного. Или как? Все, шик и блеск. И последний, да, ребята, я так и думал, что здесь будет типа какого-нибудь такого комариного босса. Ну, он, в принципе, и появился здесь. Так, траванули на ход. Так, что нам? Пеня, я думаю, что ты сейчас, наверное, отдуплишься у меня здесь, судя по всему. Можно, в принципе, ребята, включить суператаку. Вот, именно на этого главного комарика мы сейчас ее и активируем. Давай. Что-то они меня все атакуют, а? Так, и поехали. Начинается, короче, веселка. Ну, хоп-хоп-хоп-хоп, расколбас такой, да? Не кислый, между прочим, на самом деле. Если еще и прокачать по конкретному, то можно вообще, наверное, с одной плюшки просто-напросто ушатывать. Да что ж ты будешь-то, комар-то, а? Вот никчемный комари-то. Так, Кат, ты, главное, у меня держись. Меня тоже, кстати, траванули. Эти охламоны. Ну что, добиваем? Да ну. О, Пеня, умница. Все, ребят, прошли. Прошли мы этих комаров болотных. Так, дайте мне вот эти все самоцветы. И продолжаем. Давайте сразу же посмотрим, что у нас тут. Так, ребята, тихие разведчики и охотники на ересь. Охотники на ересь. Хм. Давай попробуем вот здесь вот. Тихие разведчики. Что тут за разведчики такие? Четыре волны, тихий страж. Что ты молчишь? Ребята, он просто тихий страж, поэтому он и молчит. Ну, у него два ляма здоровья было. Слушай, он даже что-то ничего не делает. О, у него массовая, ребята, атака. У него массовая атака, он сразу по трем бомбит. Найден новый враг, понятно. Так, теперь опять тихий страж, но в этот раз уже лучник. В этот раз уже лучник, я не знаю, будем... Нет, не будем мы, наверное, ребят, его станить. Попробуем так разобрать. У нас еще все равно там будет главный по стражам, судя по всему. Иди ты в пень. Так, еще найден новый враг. Опять тихий страж, опять, ребята, лучник. Давайте-ка его расстреляем, в конце концов, он меня уже тут запарил. Не успеваю постоянно нажать, ребят, когда вот этот вот восклицательный знак. О, вот сейчас хорошо, с удара. Так, это последняя волна, и поэтому, ребята, здесь уже можно, наверное, вот это вот все активировать. Промахнулся. Массовая атака, ребят. А что, нельзя, что ли, отпрыгнуть? Я не понял маленечко. Походу дела нельзя было, да? Жаль. Не успел опять же я нажать. О, сразу немножко остыл. Контратака. Что нам сделать? Можно, ребята, сделать суперудар. Суператаку. Давайте проведем ее, наверное. Сейчас все будет. Смотрите. Оп, он начинает издалека. Суперщит. Суперщит он поставил. Ладно, атака будет у нас в следующем ходу. Вот сейчас она должна быть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. На, еще в довесочек тебе. Так, у нас есть, ребята, отхил. Мы можем с вами здоровье восполнить, но я думаю, что нам этого не понадобится. Ну что ты, тихий страж, все? Отдупляешься или как? Конечно, отдуплиться. На тебе. И добивочный. Слушай, на самом деле очень легкий был противник. Ничего такого серьезного я в нем не заметил. А вот что там выпало мне за броня? Страж, плечи. Хм, ну-ка давай-ка посмотрим. Страж. Спасибо, было весело. Но прежде чем я уйду, вот вам. Что есть на ужин морское чудовище? Не знаю. Корабли с рыбой. Пх. А, ладно, дрянь шуток не понимает. Дуйте в свою деревню, извращенцев, пока. Деревню извращенцев, нормально, да, у нас так. Ну и посмотрим, ребята, что у нас там по броне. Ох ты, еще круче. Ничего себе. Еще круче, ребята, броня, оказывается, у нас тут есть. Ладно, меня это все устраивает, и мы с вами отправляемся вот охотники на ересь. Типа инквизиторы, да? Что-то типа того. Ой, я забыл взять. С дороги, деревенщина, говорит рыцарь ордена. Мы пришли сжечь еретиков, колдухов. Ага. А, что? Да, строго говоря, мы тоже используем колдовство души, но священным способом.
К сожалению, обвинять нас в ереси — это ересь, так что... Сжечь еретика! Понятно, ребята, инквизиторы, а? Тут даже сюда эту эпопею всунули. Так, давай мы так, наверное, сделаем с вами для начала. У них здоровья не так много, 2 ляма. Для 2 ляма для меня это уже не так много, ребят. Раньше это было для меня очень много, а сейчас нет. Так, всего лишь каких-то там 2 ляма. Уже у него осталось совсем мало. Ну что, Пеня, живи. Живи, родной мой. Тут 5 волн. Так, надо с ними как-то быстрее расправляться, на самом деле. Так, попал все-таки, а? На 344 тысячи. Контратака. Угу. А на магов, ребята, магическая атака влияет очень плохо. Видимо, у них есть защита, да? Что он там, хильнул на пол ляма? Такой добрый довольно-таки хил. Почему я не могу вернуться от молнии? Интересно. Минусанули дедушку. И священник это был ордена. Так, верховный жрец ордена. Даже вот так вот. Даже такие здесь ребята есть. Нельзя блокировать, все, я понял. На-ка, получи. И добивает Пеня. Жрец ордена. Священник, жрец, у них тут... Кого только нету. Понятно. Тут даже уворачиваться можно, ребята, не стараться. Все равно у меня почему-то не получается. Да, будем получать прямой урон. На худой конец у нас, ребята, есть с вами отхил. Мы можем им воспользоваться в любую секунду. А вот здесь вот надо нам немножко сделать по-другому. Ой! Это уже серьезно, ребята, был дамаг. Опс! Так, давай-ка мы с вами постреляем. Я не понял, я потратил хил, а где он? Я не вижу его. Я не вижу, чтобы хил срабатывал. Ты будешь у меня хиляться? Во, молодец, малорик. Это у нас последний олух, да? Давайте тогда применим с вами супер-атаку. У него 7,5 миллиона здоровья. Воу-воу-воу-воу. Четко, практически пол хп отняли с одной, ребята, плюхи. Но он хиляется, олух. Он хиляется, давай еще, наверное, стрелу ему. Вот сюда. Так, подожди. Все, я думаю, сейчас, ребята, бомбанем. Не тут-то было, родной мой дедуля. Контратака почему-то сработала. Странно. Ну, чтоб тебе. На 2 ляма, ребята, он отхиливается. Ты прикинь, на 2 ляма. Не слишком ли жирно, парень? Пеня, блин, как же мне хочется, чтобы у тебя удар был за лям. А? Чтоб ты бомбил, как не знаю кто. Как супостат. Да чтоб тебе, ты так будешь все время хилять. А он так и будет, ребят, все время делать отхил. Так, вот он наш шанс. Да господи. Вот сейчас его наказать, пока он в оглушении стоит. Ты достал меня уже тут своими стрелами, а? Лукарь. Так, он сейчас, ребята, выйдет из стана. Нет, еще 2 хода будет в оглушении стоять. Еще есть, ребята, у нас порох в паркомницах. И Пеня не добил. Почему? Видно, отравление его убило. Смотри, этот охламон только в меня и метит. Лукарь-то вот этот вот. Только в меня и стрелял. Дадите мне еще комплект брони? Нет, не дают, к сожалению. Жаль, я рассчитывал, что мы с вами получим. Так, ребята, у нас с вами загадочные кроты. Ну что они тут всех собрали? И кротов, и пеньков, и комаров, и муравьев. Да? Вольфи. Да, ребята, именно Вольфи. Куда ты попал все-таки, а? Давай, наверное, активируем с вами всю магию. И будем стрелять. 4 волны здесь, так что разберемся. Последний выстрел. Вольфи упал. Опс, что это такое было? Что такой затяжной у него оказался прыжок, да, он подпрыгнул. Я думал, сейчас что-то резкое сделает, но нет, ничего резкого не было. Все было размеренно. Ах ты! Я думал, что он будет прыгать. Найден новый враг в галерею, естественно, сразу отправляется он. Так, это у нас какая-то вторая волна получается. Давай, наверное, выстрелим. А пенек-то у меня, ребята, стоит, держится уже. Уже подольше, чем обычно. Третья волна. Опять же Вольфин, да? Опять же у нас тут темный крот. Нет, парень, не тут-то было. Ага. Съел свое. Ну что, темного крота добьешь? Малорик.
Пеня, ты молодец. Делаешь как нужно в последнее время. Своими листочками. Кто-то мне сказал, чтобы я поймал летучую мышь. Типа она статы понижает очень неплохо. Возможно, ребята, но что-то мне так лень идти их искать. Так, крот. Упс, попал по мне, ладно. Ребята, это у нас последний противник, поэтому можно и применить суперудар. Промахнулся ты, засранец. Воу-воу-воу-воу, нашинковали. Так, и давайте его, наверное, сейчас. Контратака. Ух ты, щит, сработал на двоих. Есть, ребят, такая вероятность по поводу щита, что, ну, там маленький шанс, что он на двоих будет действовать. Но он, как видите, сработал. На тебе, и добивать сейчас будем. Все, ребята, хана ему приснилась. Темный крот, goodbye, родной. Вот так-то. Дай сундук, посмотрим. Ребята, что-то мне здесь броню не дают никакую. Мне дают самоцветы, это, конечно, все хорошо. Самоцветы — это нужное дело. Архидухи душ один. Слушай, а мы, может быть, сегодня игру пройдем с вами, а? Я, конечно, не уверен, что будет все так легко и просто. Архиуставщик, изложите свой вопрос, незнакомец. О, вы пришли убить ведьму? Понятно, прекрасно. Что ж, боюсь, на этом ваш поход и завершится. А ты что? Я не понял. Вы же инквизитор, вы должны как бы со мной быть? Или вы за эту ведьму вместе? Заодно. Ну тогда и отправитесь в ад за это. Так, слушай, ты шустрая слишком, девочка. Так, найди новый враг, отлично. Так, тут, ребят, 4 волны. Никак не успеваю, ребята, активировать этот вот восклицательный знак, который... Какие шустрые они! Ну вот сейчас же активировал, успел же нажать, почему-то не сработало. Ой! Так, погоди, мы оглушены. Это, ребята, плохо. Сам себя бьет. Вот дурило по голове. Мы захиливаться будем или нет сегодня? Вот, совсем другое дело. Ну-ка, получи пару стрел себе в грудак. Ну что, а добивать? Ну сейчас Пеня, нет, мы. Я думал, Пеня добьет. Так, архипирократ, елки-палки. Ну давай. Ать, не успел. Прыгнул, но не вовремя. Почему-то на тренировках как-то... Ой, я вспомнил, да, ребята, от этого удара нельзя было увернуться. И главный по тарелочкам. Главные. Так, давай мы, наверное, тут все активируем. И, наверное, хильнуться надо будет нам. Кстати, ребята, у меня контратака сейчас в данный момент сработала сама по себе. Я ее не делал. Нет, вот это вот не надо, ребята. Это опасно попадать под такую фигню. Под вот это вот влияние. Так, Пеню у меня убили. Господи, Пеня, Пеня, я буду по тебе скучать. Давай, давай, эту. Да какой супер щит, я же жду... От тебя не этого. Давай свою суператаку. Вот она, пошла, по-моему, да? Ага, но не добили. Будем добивать. Так, пришел в себя. На. Добили мы, ребята, главаршу. И архиуставщик тоже у нас отдуплился. Ну-ка, дадут броню мне здесь? Ёлки-палки, ребята, дали, по-моему. Вау, руки, грудь и ноги. Так, вот это уже лучше. Давайте-ка быстренько посмотрим наши шмоточки. И я хочу, наверное, их приодеть. Угу. Это, конечно, немножко не то, что я ожидал. Не на страже, но, тем не менее, все равно, я думаю, будет лучше. И толк от этого будет виден. Так, очков у нас нету, этого ничего нету. Так, архидухи, душ 2 и тихие рейнджеры. Тихие рейнджеры даже. Давай посмотрим, это... Это и есть рейнджеры? Какие же это, ребята, рейнджеры? Это обычные крабы. Коих здесь на побережье слишком много. Ну ладно. Мимо. 5 волн. Мой Пенни просто только уровни, ребят, зарабатывает. Уровень за уровнем. Но это, в принципе, хорошо. Чем сильнее наш пенек, тем лучше мы будем с вами бомбить. Так. Нет, ты, парень, не на тех напал. Так, Вольфин и Тихий Страж у нас здесь. Я не пойму, нужно именно на значок, что ли, попадать? Или что, или как?
Я имею в виду именно на восклицательный знак. Или как это работает? Так, отлично. Ушуршали. Тихий страж. Давай-ка мы, наверное, постреляем в него. Подлый. А что подлый? Так, он захиливается, да? Он там в щите еще и отхиливается, гаденыш. Слушай, можно его, знаешь что? Давай мы его застанем сейчас, наверное, да? Да чтоб тебя, он опять. Но стан работает даже несмотря на то, что ты в щите. Олух ты этакий. Так, еще ход, ребята, он в стане. Я думаю, сейчас мы его здесь и добьем. Есть, добили. Так, еще, опять Вольфин и опять у нас Тихий Страж. Ну, понятно. Прыжок. Но он медленно, ребята, прыгает, поэтому можно просчитать это все дело. Молнию давай-ка еще. Хотя и так хватило. Ну что, Тихий Страж, я думаю, что у тебя нету никаких щитов, никаких отхилов, поэтому ты здесь уже потенциальный трупешник. Дай-ка я выстрелю. Вау, на 527. Сейчас нормально пошло. И последний у нас здесь, ребята, обалдуи. Давайте на всякий случай поставим себе щит. Эть, контратака. Два прыжка было. Так, Пеня, господи, Пеня, ребята, разбирается потихонечку. Ну нет, не тут-то было, родной мой. А, Пеня уже отдуплился, все, ребята, к сожалению. Его повергли. О, застанили. Мы получили с вами новый уровень в процессе боя. И это классно. Опс. Слушай, понял, ребята, все срабатывает, просто надо нажимать. У меня обычная атака 700, когда у меня получается супер атака, да? Под лям с лишним выходит. Все отлично, так что я зря переживал. Слушай, можно, знаешь, что сделать? Опа, отражающий удар был. Контратака. Так, мы сейчас выпьем с вами усиление, и я думаю, быстренько с этим парнем закончим. Тунц. Вау, на 2 300 000. Ты видел? Урон. Вот это я называю урон. И это все благодаря нашей пробирочке, которую мы с вами выпили. Дадите мне еще комплект. Да, ребята, выпадает нам еще какая-то броня. На страж, это грудь. Слушай, мы сейчас, наверное, укрепимся с вами по полной программе. Так, во-первых, у нас уровень, да? Давай вот сюда вот все в атаку вольем. Так, теперь в инвентарь и... О, бронька. На самом деле, мне кажется, вот это вот... Вот как-то вот кость дракона, броня, мне кажется, лучше смотрится, да? На самом деле. Так, что у нас тут? Всетревожные свинорылы. Трудно написано, главное. Ладно. Начнем, наверное, ребята, с массовых атак. Чтобы урон проходил по всем. Так, отравление, фаербол. Еще контратака. Здесь тоже контратакуем. Так, Пеня, не подведи меня. Не подведи меня на этот раз, и все будет у тебя четко. Так, ну-ка. Добивочный. Ну. Да ёпрстый, у него отражение. Отражение срабатывает именно вот на свинорылах. Они почему-то любители, ребята, отражать магию. Не знаю почему, но вот факт есть факт. Так, что, добьем? Добьем. Первая волна прошла. Давай, ребята, со второй разберемся. На лям 200. Можно, ребята, выпить пробирочку нам. С пробиркой, я думаю, мы с вами сейчас задамажим по полной программе здесь. Поехали. Просто удар лям отнимает. А что, на этого тоже, что ли, распространяется или нет? На моего Пеню, или мне показалось? Так, свинорыл и краб. А ты представляешь, вот выпить пробирку и поставить на супер атаку. Вот это будет, наверное, вообще имба. Ха-ха. Ты представляешь, он будет делать серию ударов полностью под усилением. Кто там выживет? Это, кстати, надо будет на боссе, ребята, посмотреть, как оно будет работать. Так, ну и где тут главный краб, наверное, да? Кто тут у нас? Нет, Тургон. У нас здесь, ребята, главный будет Тургон. Главный, блин, по тарелочкам. Так.
Оу, добьем. Минус. Так, Тургон. Тургон выделывается, ребята, с короной на голове, да? Отражено. Лям 200. А, у нас уже закончилось, ребята, усиление. Поэтому я и думаю, что такая слабенькая атака. Можно, в принципе, употребить. Давайте попробуем. Я сейчас быстренько его расчекрежу. У него 8 лямов, просто нам слишком долго придется здесь его бомбить. Ну, а так вы сами понимаете. Опа, на 2400. Солидно? Я думаю, что солидно. Так, он не очухается, очухался. Очухался, да? Сейчас, 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 ребят, секундочку. Последний удар, я думаю, да, по нему остался. Все. Пенни, я офигею с твоего уровня. 258 левел он заработал себе. Ох ты, сколько мне понадавали здесь вкусняшек. А брони не дали, к сожалению. Так, тихие рыцари. Это все, конечно, хорошо, что тихие рыцари. У нас, я думал, что мы уровень получили. А, это, наверное, Пенни получил. Слушай, тихие рыцари, потом, наверное, сюда, сюда. И уже в самом замке будем мы. Я пока никого не собираюсь, ребята, нанимать. Потому что я думаю, что мне это, ребята, еще пригодятся. Тихий страж говорит что-то. Ничего не говорит, опять же промолчал. Как воды набрал в рот. Опа, какими-то ядрами бомбит. Какими там ядрами-то в меня пуляешь, а, родной мой? Так. Зачем я нажал суперсцеление? Да, ребята, потому что у меня руки на клавиатуре. Нет! Только не это! Зачем ты меня застанил, олух? Контратака, пошла. Бумс. Захиляли его на 700 тысяч. Че себе отхил? А если я вот так вот тебя... Смотри, не могу пробить. Ну, отравили хотя бы так. Нельзя блокировать. А, нельзя блокировать. Он меня постоянно будет оглушать. Все, я понял. Раз нельзя блокировать, значит надо, ребята... Слушай, меня вот этот достал. Тихий страж. Давайте его, наверное, разберем. Что-то он все время щиты эти ставит. Мне это нафиг не нужно. Да я просто... Надо было уворачиваться. Кстати, ты посмотри, сколько здесь волн будет. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь волн, что ли? Да, семь волн, ребята. Ага. Хотя бы здесь увернулись мы с вами. Ну что, будем разбирать-то этого олуха? Пеня, Пеня, ну господи, ну... Контратака. Давай сразу двоих, и этого, и того. Минус. Минус. Опять тихий страж. Ну одного-то, я думаю, здесь мы с вами сейчас уроем. Уклонились. Можно, в принципе, активировать щит. Единственное, что я жалею, знаете о чем? Что мы не купили с вами пробирок на усиление атаки. Вот что я сейчас только что понял. А стопудово в конце будет поджидать какой-нибудь коварный, злой страж. Почему-то мне кажется, что будет здесь именно страж. Хотел ударить, не тут-то было. Опять тихий страж, они все тихие. Не все тихие. Не все в омуте сидят. Так, лямчик, да, 770. Что он там, отхиливает себя. На, дохилялся. Ну что, еще один, ребята, у нас тихий. Сейчас мы, подожди. Опа. Пеня, почему ты не смог увернуться, как я? Ты должен делать был такой же прыжок. Вот так вот. Нет, Пеня стоит и радуется, когда получает по морде. Так, это забираем. Это у нас, нет, ребята, еще не последняя волна. Промахнулся. Так, отбили. Отбили. На лям 200, отлично. Так, нам нужно как можно быстрее этого улуха пробить. Сейчас попытаемся. На тебе стрелу обратно. Так, одного урыли. И у нас еще тихий страж. Да что ты? Никак, ребята, не хочет он контрить. Да ладно тебе. Пеня! Пеня, родной, держись! Ты мне нужен! Во! Солидно. Если бы было бы классно, ребят, знаете, как во многих играх, когда персонаж получает уровень, у тебя восстанавливается все сразу же здоровье. А здесь такого нету. Так, а вот это уже, по-моему, у нас последний, да? Я ведь ничего не путаю, это последний у нас. Контратака. Увернулись мы с вами. Отлично.
Так, ну что, я думаю, что сейчас... О, блокировать же нельзя. Господи, я забыл, ребята. Это может сейчас мне плачевно сказаться. Хотя нет. Хотя все отлично. Так, ушатаем, нет? Ну, господи, ну осталось там совсем чуть-чуть. Давай, расстреливай его. Нет, он решил его так бомбить. Ну ладно, ребят, нам какая разница, как он его бомбит. Главное, что эффект есть. Эффект бабочки. Мы вернулись, удачливый. Так, а вот здесь вот, наверное, нам придется, ребята, применить серию ударов. Все, погнали. Поехали, тун-тун-тун. Жалко, конечно, что без усиления мы с вами это все сделали. Давай вот так вот сделаем. Массовая атака плюс стан. Давай станить. Оу, нам, кстати, надо еще похиляться, потому что здоровья мало. Мало ли там, что он чуданет, мы же не знаем, чем он там владеет. Каким искусством джиу-джитсу тихим. Три ляма мы ему, ребята, здоровье уже сделали. У нас всего лишь один блок есть в данный момент. Будем работать именно на нем. 1,5 миллиона здоровья. 1 300 000. У меня уже ничего нет, ребят. Я... А, нет, вот появился блок. Е! Ушатали. Дайте, пожалуйста, мне что-нибудь. Вот они, ребята. Топотульки нам выпали. Именно стража. Топотульки стража, это хорошо. И посмотрим, ребят, где. Ну, как я вам и говорил. Архиколдухи душ 3. Угу. Так. Вот они, тапки. Вот они, ребята, тапки. Ну что, здесь, наверное... Ой, блин, да что ж ты опять... Ну опять я, ребят, поспешил. Так, надо не забыть. Архипирократ, ё-моё. Фу. Интересно, а почему такая дремучая мразь думает, что одолеет нас? Они уже не знают, ребят, как меня оскорбить. И дремучая мразь, и сухопутная крыса. Как только уже тут не величали нас, да? И все почему-то отгребают у нас по полной программе. Все абсолютно. Ну, да он бы и так бы умер, ребят, потому что он был под отравлением. Увернулся, это хорошо. Так, может быть щит? Нет, щит я пока, ребят, не буду активировать. На тебе. И добил. Молодец, Пеня. Так, а это что у нас, ребята? Архиохотник, да? С когтями. Вау, это типа ассасина. Ну ладно. Сейчас попробуем разбомбить. Контратака. А, это же... Да, я понял, надо уворачиваться. Он не блокируется. Вот этот удар как раз и не блокировался. Найден новый противник. Слушай, ну, думаю, если у нас еще, ребята, будет одна контратака удачная, то ему хана. Хорошо, что не попал, а. Есть. Пеня растет у меня. Так, а вот здесь я применю массовую атаку, ребят. Ну почему-то она так слабо бомбит, если честно. Хоть она и массовая, но бомбит она очень слабо. Что, все в меня, да, бомбанули? Ладно. Опс. Пеня. Ага, такие вот нельзя блокировать, да, прыжки, значит, получается. Только вот так уворачиваться. Ой-ой-ой-ой, пенька у меня, по-моему, сейчас, ребята, отыграется. Остается очень... Да, елки-палки, ты никогда не знаешь, что они сделают. Давай за хил с вами включим. И отравляющую. Да надо было подставиться вот так вот, а? Нелепо. Погнали. Минус еще один крот. Так, это у нас темный крот. Собственной персоной, ребят, темный крот. Давай попробуем сейчас молнию. Да чтоб... Я слишком рано это делаю. Не то, что даже, а слишком рано. Давай стрелу у него запустим. Нет, стрелу не запустим, потому что его уже разбомбили. Смотрите, у них, ребят, доспехи-то какие. Вот здесь вот это, по-моему, колдухство, да, доспех. А это уже доспехи стража, на самом деле. Истинные доспехи стража. Понял. Что, он меня там еще поджег, что ли, или что? Какой-то отхил на мне стоит, непонятно, ребята. Да. Оу-оу-оу-оу! Блин, жалко было Пеню. А почему я не делаю, не действую, ничего не делаем, ребят?
Что это странно так? Я ничего не мог делать. Так. Отбили. Ну, якобы отбили. Уклонились. Так, ну что? А? Слушай, по-моему, нам, ребята, нужно похиляться и как можно... Это еще кто такой? Это, ребята, у нас голем. Вот что я могу вам сказать. В пачку мне просто врезал. Сколько у них тут здоровья? У них дофигища тут, ребят, здоровья, на самом деле. Нельзя блокировать, понятно. Отравить его тоже нельзя. Отравить его, значит, тоже нельзя, понятно. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ну, ну добьем. Да ё-моё, у меня... Да что такое, шанс, шанс дайте мне на выживание, шанс. Меня оглушили, ребята, еще целый ход. О-оу, о-оу. Неужели это фиаско, ребят? Да чтоб ты... Ты будешь у меня употреблять или чё? Голема мы разобрали. Контратака пошла, пошла, пошла. Слушай, ну напряженно уже на самом деле здесь все это. И он почему-то... Вот, наконец-то подхилился. Я уже думал, он забыл это дело сделать. Так, крот. Ладно, на крота нам все равно. Так, сейчас будем, ребята, станить. Нельзя блокировать, это я понял. Надо выпить пробирку, потому что у меня, ребята, нету этих. Вот, появились теперь возможности у нас. На ёпрса ты... Я как специально подставляюсь сам, просто-напросто. 5 лямов здоровья. Давай еще, наверное, немножко постреляем в него. На 344 тысячи прикатило. Вот, уже лучше. Я еще, ребята, подхилюсь, с вашего позволения. Увернулись. Ну! Осталось совсем немножко. Совсем чуть-чуть. Есть. Размозжили. Победа. Еще бы, ребята, была бы не победа. Фух. И что же, я так понимаю, мы сейчас с вами тихие стражи. Это, наверное, и есть ведьма, может быть. А может быть и нет. Но в любом случае, я пошел, знаете, куда? Я пойду, во-первых, сюда можно сходить. О, спасибо. Нифига у меня сколько клевера насобиралось. Давайте, конечно же, будем его скармливать. Смотрите, ребята. Оу, новый уровень получили с вами. Слушай, я богатею с каждой секундой. Смотри. Вау. Так, мы, кстати, знаете, что можем с вами открыть? Новые, по-моему, шмотки, да? Ёлки, посмотри. Так, последний, последний у нас клеверочки. Все, последний вот. Замечательно. Так, давай-ка быстренько забежим с вами в кузницу. И страж. О! Давай здесь возьмем. Так, и вот здесь. Посмотрите, сколько нужно. Тут уже, ребята, рубины пошли. А не какие-то там тебе обычные, блин, самоцветы. Рады тому, что вы здесь, Рэй. Я рад. И я рад, что я здесь один. Я никому ничего не должен. Делаю только то, что хочу. Никто не судит, никто не высмеивает, никто не злословит. Если только я, молот, наковальня и моя работа. Когда мне грустно, я вспоминаю об этом. Я по тебе и вижу, у тебя унылое такое лицо. Без слез, как говорится, не взглянешь. Ну что, ребят, давайте, наверное, мы с вами, во-первых, все запустим вот сюда, в атаку. Во-вторых, в инвентаре у нас появился новый вид оружия. Вот. Че? Родовой дзамбато. Вот так называется. Естественно, с вами одеваем потерянный шар и реликтовый лук. Так, у нас есть одно очко, и я, наверное, знаете, куда его втюхаю? Вот сюда вот. Так, что у нас там? Супер, шанс 30%, удар X, и удар X8, то есть 8 ударов он будет делать, что ли? Да, скорее всего, так. Покупаем с вами, ребята, вот это вот и вот это. Кольцо. Так, тургонские буги какие-то. Хоть черепахи и раздражительные, но им это очень нравится. Понятно, возьмем.
Крабовая джига, я понял, это про крабов. И кольцо дракона. Минус 15 к восстановлению лука. Ух ты, духовный клевер. 690 стоит самоцветов. Недешево, я вам скажу. Так, забегаем, ребят, с вами в таверну и берем. Берем риц. Кто доставляет неприятности моему заказчику, Рэй? Тот будет иметь дело со мной. Вперед! Вперед. Я надеюсь, что у нас с вами действительно сейчас последний уровень. Тихие стражи называется. Давай проверим, кто такие здесь тихие стражи. Нет, скорее всего, не последние, ребята, потому что 4 волны у нас еще. Слушай, ну меч какой-то на самом деле убоговатенький, если присмотреться. Да, смотри-ка. Выглядит совсем невзрачно. Да и бомбежку я особо тут не вижу от него. Да хорош, ты еще тут щит мне свой влепил. Так, опять же тихие стражи. Нет, скорее всего, ребята, это не ведьма. Ведьма будет, наверное, уже вот после этой миссии. Судя по всему. Слушай, ну быстренько мы с ним разбираемся. Ну потому что настрой здесь. Поэтому и быстренько все идет. Так, шар. Добили. Так, третья волна у нас. Можно, в принципе, можно оглушить. Вау, 1 389 000 урон был сейчас только что, да? Давай тогда вот так сделаем. Ага. Ну что, добьем, наверное, мы его сейчас фаерболом. Нет. Слушай, ну дамаг мне нравится. Уже такой существенный. Конечно, хотелось бы, знаете, где-нибудь по 2 лямчика, чтобы мы критовали. Вот это было бы вообще зашибись. Прикинь, 2 ляма, крит. Интересно, сколько у ведьмы там здоровья? Вот это меня тоже интересует, если честно. Просто такой вот вопрос. Сколько у ведьмы здоровья? Так, ну что, мы тебя уберем отсюда, тихий страж, или нет? Можно... Давай застанем его. Я думаю, что он будет сейчас щит на себя поставить. Да ёпрасоте. Немножко не вовремя я сделал, да? Стан. Ладно, хорошо, разберем и так. Даже несмотря на то, что он прикрывается щитом. Кража, воруем потихоньку. У него тут мелочь по карманам. 580 здоровья, 242. И накрыли. Так, кто у нас? Големы. Ребят, големов, я так понял, нельзя ни отравить, ни застанить, ничего, да, такого? Опс. Да хорош прям в пачу-то пробивать. Успокоились. Но, получил свое, хламонище. И почему-то они все время на меня прыгают. Ага, у него затяжной прыжок. Поэтому надо делать чуть-чуть попозже уклонение включать. Вау, я успел ответить. Да, тут надо подпрыгивать, чтобы тебя не застанили. Хорош, я тебе сказал. Ну, минус один голем. Так, риц, держись. Нифига себе, на пол ляма он бомбит. Может быть, давай его оглушим. Это, по-моему, последняя волна у нас, да? А, у него отражение. Прикинь, я его даже не могу, ребята, оглушить. Ну, тогда вот так вот сделаем. Супер атака. На. Получи и распишись. Что там? Опа, ребята, а вот и шлем на страже. Давай-ка мы его примерим себе. Где-то у нас. Вот он. Хе-хе, мы как бомжи какие-то, а не стражи. Какой же это страж? Испытуемые, то есть это мы поднялись. Ага. То есть последняя ступенька будет вот здесь, наверху. Испытуемый у нас вот такой вот, ребята, уровень. Всего 2 этапа. Говорит орк-шаман. Чокнутая ведьма. Она хочет запечатать нашу магию. Вперед, уходим. В плане, какую магию? Я вообще-то за вас, я не ведьма никакая. Вы что, родные мои? Отститесь. Вы попутали. Нет уж. Так, слушай, ну они легкие какие-то. Смотри. Пхе. Да ну, серьезно что ли? Рассыпался. Давай-ка этого молокососа сейчас разбомбим. Мелкий, да, кто он тут у нас? Лекарь гоблинов. Ну, лекарь, извини, нам с тобой... Он мало даже хиляется. Дешевый отхил. Так, и кто тут у нас? Крот, гриб и мышь. Ну и компанию они тут мне сделали. Контратака. Так, а, гриб. Конечно же, ребята, гриб у нас здесь, по-моему, суперхиллер, да, якобы.
Но это не помогло. Так, у дикого гриба, ребята, 14 миллионов здоровья было. Опа, вот это плохо. А вот это не есть гуд, потому что он, ребята, мне понизил статы. Я имею в виду, это мышь. Я, естественно, сейчас выпью пробирочку, чтобы, как говорится, восстановить свою былую силу. И будем наказывать. Давайте я еще щит применю. А что, можно было уклониться? Что-то странно как-то. Я поставил, ребята, блок, и мышь это почему-то на меня не сработала своим понижением статов. Или же она просто на определенного делает. Я думал, что она массово бомбит. Нет. Судя по всему, нет, не массово. Гриб, хорош выеживаться, а? Серьезно тебе говорю. Давай его. Станет. Давай застанем. Фиг с ним. Это же последний у нас противник здесь. Его можно, как говорится, и нахлобучить. Все, а теперь называется понеслась. Так. Стреляем, стреляем, стреляем. Риц, снять заклинание. А че он такой толстый-то? Смотри, ребят. Он действительно, он толстый. Вот, сейчас хорошо пошло. А где мои удачные попытки? Я до сих пор их, ребят, не вижу. Такой пенек из-под тяжка. Оп, ударчиком на халявку сделал. Ладно, молодец, пенек, помог ты мне. Все, ребята, мы здесь прошли. И вот теперь, наверное, у нас будет... Знаете, пару дней назад мне не хотелось скатываться в эмоции и все такое. Я пришла сюда, чтобы ее найти, но... Знаете ли, я нашла кое-что другое. Ой, молчите. Пойдем обратно. Архиколдухи душ 4. Трудно. Так, мне, ребята, по ходу дела Риц кинула, да? Ушла от меня. У меня компаньон Джин и Кат. Я, наверное, возьму Кат. Они одинаковые абсолютно, ребята. Вот ведь поганцы. Они от меня не отстанут. Придется прятаться, как дрянь. Какие еще багряные. Пхе, мне все равно, идем. Какие еще багряные. Да никакие. Знаете, что мне еще кажется, ребята? Что вот в таверне вот этот вот, да, хоп. Мне кажется почему-то, что он тут главный босс. Не знаю почему, вот мне так кажется. Так. О, вы скоро бросите вызов ведьме, да? Мои старые друзья в академии не поверят. Все эти вкопанные не... Все эти копания не напрасно. Я так город с этим фигурирую в вашей истории. Так интересно. Интересно ему. Оу, мне вот интересно, сколько мне дает вот этот вот твой грибок вкусняшек. Вот это мне интересно. Вау. Открыть, ребята, кассу. Мы можем, конечно, вложить. Еще вложить. Не такие уж и большие суммы здесь, на самом деле. 100% доля. Ребята, я на 100% прокачал себе. Да? Да, больше не могу. Все. Пь. Отлично. Что могу еще по этому поводу сказать? Так, и давай зайдем сюда. У нас все... Нет, ребята, мы с вами отвар. Отвар мы этот докупим в обязательном порядке. Да я понял, понял. Что ты мне втираешь-то здесь? Угу. Ну что, ребята, в очередной бой. Это у нас архиколдухи душ 4. Но 5 волн. Ваше путешествие закончено. Мы не позволим ее беспокоить. Ступайте обратно в свою деревню. Да нет, парень. Ты ошибаешься. Мы придем и побеспокоим ее. Хочешь ты этого или нет? А, грибок. Грибок, пенек, елки-палки. Так, все, я понял, ребята. Этого ханорика бы надо бы на самом деле. Нет. Хотел сказать, первым расчекрыжить, но мы, как видите, сейчас подбили. Опять он начинает тут, а? Жалко, у меня нет какой-нибудь магии, чтобы. Или удара, который бы мог снять вот этот вот щит противный. Он раздражает на самом деле. Он еще и захиливается, а? Давай тогда будем его станить. И сейчас у него этот щит спадет, и мы его тут быстренько раздеребаним. Плюс он еще, ребята, и горит у нас. У него поджог висит. Ну, где моя удача, ёпростые? Я не вижу, ребята, удачи. Ну, последний удар. Есть. Кто там следующий? Ага, еще 3 охламона. Давай тоже так же, массовая атака. Бамс! Грибок. Почему грибок? Пенек. Так, пеня. Давай-ка мы с тобой сейчас быстренько здесь... Разберем, да, архиохотника.
Давай еще минус, отлично. Так, и давай, наверное. Ой, тут надо укрываться, я же вспомнил. От него нельзя. Зачем ты мне... Сам себя бьет, господи, что ты делаешь? Зачем ты сам себя бьешь, а? Вот этот шустрый, да? Архиуставщик. Он довольно быстро атакует. Опс, промахнулся. Так, а Пеня меня покинул, к сожалению. Пенечка. Архиуставщик опять. Ладно. Вот, пошла наконец-то удача. Так, можно немножко, наверное, нам подхиляться. Капельку совсем. Опять сейчас будет сам себя бить. Опять будет сам себя сейчас бить. Кат, хорош. Ай, дурила. Ушатали. Тихий, опять же, ребята, страх. Да хорош, Кат, ну, серьезно уже. Все мозги себе выбьешь сейчас. Ну. Так, давай выстрелим, наверное. И... добьем. Нет, не добили. Ой, молоточком досталось мне, господи. Так, контратака. А почему... Вот написано контратака, но она почему-то не проводится. Так, а вот у нас... архиспирократ. Даже вот так вот. Чувачка величать. Архиспирократ. Контратака. Хоп. Массовая, ребята, атака сейчас будет у меня. Вот так вот. Хорошо. Да пускай ты ставишь щит. Мне все равно на твой щит что-то там устанавливаешь. Мне главное тебя сейчас заколбасить, а уж потом я супер, ребята, атакой архиспирократа и завалю. У меня как раз есть суператака. 30%, помните, шанс, да, на 8 ударов. 8 ударов. Это не шуточки. Совсем, ребят, не шуточки. Так. Ну, ушатали. А вот теперь пора активировать. И посмотрим, ребят, как это все дело произойдет. Слушай, очень красиво сейчас было. Но он на 3 ляма хиляется. Вот так-то. Так что нужно его бомбашить как можно жестче и быстрее. Вау, на пол лямчика. Не успел я, ребят, немножко уклониться. 10 миллионов у него здоровья. Конечно, мне бы... Фига, он такой шустренький, да? Хупс, подлетел из-под тяжка. Застанем его, чтобы он тут не выеживался. Он хиляет себе. Слушай, если он такие хилы будет делать, мне нужны тогда, ребята, удачные атаки, на самом деле. Которых я почему-то не получаю, как назло. Опять он проснулся. Опять будет хилять себе? На 3 ляма, да? Или нет? Будешь хилять себе или нет? Как ты на это смотришь? Слушай, пока, ребята, он почему-то хочет мне завалить, походу, риц. Вот он пошел, на 3600 хил. Так, массовую атаку, ребята, врубим. На следующий ход я попробую его застанить, потому что он мне откатится. Так, давай сразу же. Сразу же с лету. Да ну! Блин, а без риц-то мне будет как-то туго здесь. Я потихоньку как-то пытаюсь, приближаюсь, ребята, к этому. Слушай, он сейчас будет либо хиляться, либо еще что-нибудь в этом вроде. Мы знаешь, что можем сделать? Вот что. Давай вот так вот сделаем с вами. Вот сейчас мы его через вот эту усиленную атаку будем его наказывать. Даже несмотря на то, что он тут будет сейчас на себя щиты вешать. Вау, 2778 тысяч урон сейчас был только что. Осталось совсем чуть-чуть. Последний удар, я думаю. Да. Замечательно. Мы ушатали, ребята, их всех тут. Щит мне выпал. Так, а это что там такое? Щит и руки. А разве у меня не было этих рук? Ну-ка. Давай вот сюда вот вольем. Это, во-первых, руки. Подожди-ка. А, вот они, да, ребята. Вот теперь у меня полный сет. Фух. Так, ну что, ведьма. Ребята, мы с вами идем на ведьму. Так, зайдем вначале мы на рынок и докупим все, что с вами потратили. Духовный клевер. Давай его тоже возьмем. Зачем, правда, я не знаю, если мы сейчас... Духовный жезл — это новая удочка. Если мы сейчас с вами пройдем уже эту ведьму,
Странно. Но посмотрим, посмотрим, что там будет. Так, раз, два, три, четыре. 6 волн. Ребята, здесь 6 волн. Так что не расслабляемся. Ах ты, слабо, слабо атакуем. Отлично. Архиохотник. Через контратаку накажем его. Замечательно. Так, Тихий Страж и Архиспирократ. Почему Архиспирократ? Назвали бы сразу бы архиепископ какой-нибудь там или еще что-нибудь в этом роде. Нет, вот надо им все это вот замудрить. По мне, да, хочешь? Садануть, не тут-то было. Так. Молодец, Пеня, умница. По красоте сработал. Это только первая волна у нас. Хиляешься, да, значит? Знаешь, хиляешься, проныра. Так, ну-ка, давай. Зачем я, ребят, зачем я... Ладно, фиг с ним. Стан зачем-то включил. Он бы мне пригодился на самом деле бы. Не здесь уж точно. Так, а что тут? Дикий гриб. Дикий гриб. Не успел нажать, к сожалению, ребят. Поэтому атака такая вот вышла. Совсем никакая, можно даже сказать. Ну? Ну что, накажешь? Нет, пока еще пенек слабоват. Пока еще пенек, ребят, слабоват. А этот что делает? Этот отравляет. Слушай, отвлекся на пенька, ребята, и не успел нажать на суператаку. Давай вот так вот сделаем, расстреляем его. Вау, неплохо. Вообще найсово. Так, здесь можно, ребят, наверное, все нам потратить. Да, эти все молнии, все эти фаерболы. Они, тем более, вообще не атакуют у меня как следует, если честно. Потому что я их и не прокачивал. Увернулись. Так, что он там, хиляет? А почему Риц, когда подходит, у нее красный меч становится? Это что, типа, подготовка к суператаке или для чего так сделано? Нет! Нет, 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 не надо так делать. Господи, ребята, он поставил ее в щит. Пеня, ну давайте кто-нибудь. Она отравилась, ребята. Ну, Тихий Страж, это у нас 4-я волна, еще 2 останется потом. Хотелось бы мне посмотреть на этого босса. У нас с вами, слава богу, все есть. Откатики, сила атаки. Плюс вот эти все супер скиллы, супер удары. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы у меня хотя бы напарнички бы дожили до финалочки. Так, здесь будем применять массовые атаки. Опа. Что-то враг, по-моему, ребят, крепчает. Враг крепчает. Давай, наверное, примем одну пробирочку с вами, чтобы быстрее их разобрать. Я не хочу, чтобы у меня кат потерялась. Так, давай еще 2 стрелы выпустим. Добьем, так сказать, его. Шикарно. Слушай, ну офигенно мы вот под этими, ребята, пробирками наносим урон. А вот этот вот архипирократ, это, конечно, жестко со своей магией. Элайн, это и есть ведьма? Проклятие! Как тебе удалось обойти мою защиту? Ладно, нет времени болтать, надо закончить заклинание печати, не то... А, понятно, ты ее новая игрушка. Вот зараза мелкая. Она не заберет Венди. С дороги, клоун! Опа, это что такое, я не понял. Это, по идее, это последний же у нас, да, босс? А в чем проблема? Я не понял, где ведьма? 44 миллиона здоровья, да вы... Серьезно, что ли? Ладно. Посмотрим, ребята, что у нас тут получится. Давай еще примем пробирку. 294 уровень у этой халабуды, ребят. Так. Слушай, мы так ее, наверное, будем, ребят, до потери пульса бомбить. Судя по всему. Что-то сейчас будет жестко, я чувствую. Как только она... С удара! Ребята, она с удара вырубила. Погнали. 25 миллионов здоровья мы оставили. Ох, мне повезло. Причем, наверное, крупно. Давай еще разок в стан ее загоним. Если успеем. Сколько? На 11 миллионов хил? Серьезно, что ли, блин?
На 11 миллионов захила, да какое тут? Ребята, мне ни за какие ковришки тут не справиться тогда с ней будет. Сколько мне ее бомбить-то тут придется, эй! Ты хороший, Лайн. Ого. Ого. Тут было опасно, это было страшно даже, я бы сказал бы. Промахнулось, ё-моё. Ну? Блин, мне... Эх, ребята, у меня нет пробирочки на суператаку. К сожалению. Да, я так ее буду до потери пульса чувствую разбирать-то здесь. Уклонились, слава богу. Вот, надо ее станить как можно быстрее. Да ну, хорош ты, ну серьезно что ли, блин. Ну на 11 лямов, ребята, я разбираю ее тут до посинения. Она просто берет, пим, и все. Как будто ни в чем не бывало. Жалко, у меня нету, знаете кого, Ката. Наша наемница. Может быть здесь бы как раз хорошо бы подошел бы у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прописала, прописала таки. Давай сделаем так. Можно еще, ребята, поставить на себя, на всякий случай, щит. Опа, Пеня меня покинул. Я думаю, что такое? Пеня, родной ты мой. Ты меня покинул, блин. И не вовремя-то как. Я боюсь подставляться под эти удары, ребят. Давай ее застанем. Да какой? Вот я, ребята, как только начинаю включать... Во! Но это все равно фигня. Это все равно, ребят, фигня получается. 26 миллионов здоровья у нее. Ага, хотя бы здесь вернулись. Не то все. Все это не то, блин. Господи, да что за босс-то такой, а? Я, нет, 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 нет. Не надо вот так. Ух. Естественно, ребята, она сейчас себя будет отхиливать. Блин, как же мне неохота переигрывать. Фух, ну вы сами все прекрасно видели. Хм, извините за то, что было. Мне настроение испортили. Мне надоело убегать от багряных волков. Я легко могу раскроить их тупые черепа, но не могу. Ладно, ребята. Наверное, мы будем с вами закругляться. Обязательно с вами увидимся в следующей серии. Я немножечко подкачаюсь еще, капельку, да, совсем. И что я еще смогу сделать? Пройти вот эти вот уровни. Ну, а потом уже пойдем и бомбанем все-таки, наверное, эту ведьму. Если, конечно, это ведьма. Элайн почему-то ее величать. Мне кажется, почему-то это сестра Риц. Ну, почему-то вот так кажется, не знаю от чего. Ну, в общем, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.